Совбез ООН должен дать оценку провокациям Турции, которая обстреливает территорию Сирии, создает угрозу безопасности не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами. Об этом сегодня заявили в российском МИДе. Там напомнили, что уже несколько дней турецкая артиллерия наносит удары по приграничным населенным пунктам, которые сирийская армия и курдские ополченцы освободили от боевиков. При этом поступают сообщения о многочисленных жертвах среди мирных жителей. Есть и другие действия Анкары, которые в Москве расценивают как неприкрытую поддержку международного терроризма. Турецкая сторона продолжает способствовать незаконному проникновению на территорию Сирии свежих групп джихадистов и наемников с вооружением в качестве пополнения для потрепанных в боях отрядов Джабхат ан-Нусра, ИГИЛ и других террористических организаций. В Турцию через границу вывозятся раненые боевики и перемещаются разрозненные банды для отдыха и последующего переформирования.